Боже, милостив будь мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Без тщеславия согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть, якого истину блажить Тебе, Богородицу Пресноблаженную, Пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим, без истления Бога Слова, рожившую сущую Богородицу Тебя величаем Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресай из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей, о Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов наших, хранителей, и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благ еси человека любить. Аминь. Боже милости, будь мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Без тщеславия согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитву святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не колиже благое сотворить пред Тобою. Но избави меня от лукавого, и да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверз за уста мои недостойно, восхвалю имя Твое, Святое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю небесный, утешителю души истинной, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси, блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь там днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, ангельскую песнь вопием Ти сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, воздвиг мне еси, Господи, ум мой, просвети сердце, и усне мое отверзи, во еже петите, Святая Троица, свят, свят, святости Божия, Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и ко его же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи, свят, свят, свят еси Боже, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Осна восстал, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, кому герои Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивый и грешен, не погубил меня со беззакония моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии лежащего возил меня еси. Мои же утренние слова стойте, державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедании сердечным, и воспевайте всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу, Цареве и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Псалом 68. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, и стомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня, несправедливо усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Божий сил. Да не посрамятся все во мне, ищущие Тебя, Боже Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывает лицо мое. Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословие злословящих Тебя падает на меня. И плачу, постясь душой моею, и это ставит в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них притчей, а мне толкуют сидящую ворот, и поют в песнях пьющее вино. А я с молитвой моей к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей, услышь меня по истине спасения Твоего. Извлеки меня из дины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего». Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред Тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сети им, и мирное пиршество их западнею. Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. И злей на них ярость твою, и пламя гнева твоего да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих. Ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных тобою умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду твою. Да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю. Помощь твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в словословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущее Бога, ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят его небеса и земля, моря и все движущиеся в них.
Ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселится там, и наследует его, и потомство рабов его утвердится в нем, и любящие имя его будут поселяться на нем. Поспеши, Боже, избавить меня. Поспеши, Господи, на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающим мне зла. Да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «велик Бог». Я же беден и нищ, Боже, поспеши ко мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Господи, не замедли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. В этом месте сегодня сделаем вставку. Важное дело, чтобы молитва была услышана. После этого мы сразу будем считать молитвословие. Молитвы. Мы начали тему такую, чтобы примирение было с проглядом в будущее. Когда человек имеет в сердце на кого-то, даже на него кто-то имеет, и то положи жертву, сначала примирись. А так бывает массовое, что друг на друга ничего не имея, а убивают друг друга. И речь идет о войне. Что об этом говорит нам Святая Библия и Святые Отцы? Чтобы у нас не было врагов. Потому что сегодня, если в Англию приезжают немцы, их часто не обслуживают. Все еще помнят войну и сколько погибло людей, и такое презрение. А те-то тоже заставляли их, гнали, не пойдешь, расстреляют. Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им, так говорит Господь Саваоф, вы непременно будете пить. Иеремия 25:29. То есть Бог назначил человеку наказание какое-то. Его нужно только с благодарностью принимать. Умерщвляемые мечом, счастливее умерщвляемых голодом. Потому что сии истаивают поражаемые недостатком плодов полевых. Плач Иеремии 4:9. Ну, везде надо вопросы ставить. Сам-то не поставишь, кто не поможет. Ну, а какая смерть самая легкая? Вот спрашивают. Иоанн Златоуст говорит, самая легкая утонуть в воде. Поперхнулся, и ни боли, ничего нету. Сознание погасло. А самая тяжелая смерть от голода, блокадный Ленинград и другое. И скажите земле Израилевой, так говорит Господь Бог. Вот я на тебя и извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один жену другого и хотите владеть землей? Иезекииль 21:3, 33:26. Как Бог на это смотрит? И поэтому и праведного, и неправедного Бог говорит, все истреблю подряд, только за этот грех. А в этом грехе сегодня погибает вся земля. Всюду и везде только разврат. Ибо опираются на меч, а не на Господа. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят, не постигнет нас и не придет к нам это бедствие. Амос 9:10. И умрут все грешники от меча, и пастыри исчезнут. И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. Захария 13:7. Со своими благословениями, справедливой в кавычках войны. Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие.
и прокляну ваше благословение, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Малахия 2.2. Когда путь человека и народа угоден Господу, он посылает своего ангела, своего с мечом, числа 22-23, чтобы защитить даже ослицу и убить негодного пророка. И сам Господь бросает камни с неба на врагов. Иисуса Навина 10.11. И даже лес погубит больше, чем воинское оружие. 2 Царств 18.8. Молитва раскаяния со слезами, и войско врага в одну ночь окоченело в смертных мучениях без единого выстрела. 4 Царств, 18 глава, Исаия, 37 глава. Ибо он спасет бедного от меча, во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча. Иов 5.15 и 20. И Господь обращает меч одного врага на другого. Судей 7.27. Ибо Бог спасает не луком и мечом. Осия 1.7. Но духом уст своих. Откровение 1.16. Оно несло острый меч, неизменное твое повеление. И став, наполнило все смертью. Оно, слово его, касалось неба и ходила по земле. Премудрость 18.16. Мы сейчас очень близки вот к этому состоянию. Какая политическая обстановка нестабильная. Ибо Слово Божие острее всякого меча. Евреям 4.12. В руке Господа все концы земли. И в его власти не допустить рождения Мамая и Гитлера. Но когда люди согрешают, то меч призывается на них. Иеремия 25-29. И по кругу земли разольются страшные войны. 3 Ездр 15-5. Мечи летающие, то есть снаряды и ракеты. Это 15-41. И кто отклонит меч? 16-3. И все нации пойдут на нас, и не мечи на орала перекуют соседние государства. Исаия 2.4. Но серпы на копье и орала, то есть плуги на мечи, чтобы отомстить за отступление от Бога. Иаиль 3.10, Михея 4.3. И нам повелено, перешагивая из Ветхого Заветного состояния, а я говорю вам, взять меч духовный, который есть Слово Божие, не плотской меч. Ефесянам 4.12. И тогда ничто в мире не отлучит от Христа, даже война. Римлянам 8.35. Или отказ воевать плотским оружием. Бог силен был сделать так, что при казни Потита 1 июля тело его стало твердо, как железо, или меч сделался, как воск от удара в шею. Емельян 18 августа, Житие. Когда мы верны Христу, то твердость наша будет, как железо, а сердце врага сделается, как воск. И такое бывало. Но если Бог допустит, то и амофором во время литургии задушат еретики. Житие Павел Исповедник, 5 ноября. В Ветхом Завете врагов и законно, и достойно похвалы убивать было, написано послание Афанасия Амону. Откуда это взято? Из Ветхого Завета. В Ветхом Завете так. А в Новом Завете? А я говорю вам, благословляйте проклинающих вас. В Новом Завете даже спустя 3 века и более святые отцы еще удерживались, даже при христианских царях, на той ступени, где убийство на войне было и непохвально, и незаконно. Книга правил Василия Великого. 8 правило. Кавычки открыты. Находящиеся на войне идут на поражение супротивных с явным намерением не устрашить, не вразумить, но истребить их. И есть вольный убийца, если он бросил железо так, то есть острое железо, что удары от тяжести железа и от остроты его
и от стремления через большое пространство, ну, выстрел, снайпер там, по необходимости надлежало быть смертельным. Есть вольное убийство. Это и никакому сомнению не подлежит. Вольное убийство на 18 лет отлучает от церкви. Убиение на бране отцы наши не вменяли за убийство. Извиняя, как думается мне, поборников целомудрия и благочестия. Но, может быть, добро было бы советовать, чтобы они, не имеющие, то есть имеющие нечистые руки, 3 года удерживались от приобщения только святых тайн. Василий Великий, правило 13. Это уже не отменно, ниже уже некуда. Взяли на войну, и там во время войны убийство было. 3 года не должен причащаться. Если это правило включить сегодня, что будет со днями победы? Пока на этом все. Благословен Господь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос по своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей, многие в щедротах и неизреченный в милости. Ибо Ты сказал, что верующий в Меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел, оправдывающих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастникам славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана, и не похвалится слово, что отторг меня от Твоих рук и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос, мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты, Бог мой, очрева матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех, и чтоб снова потрудиться для Тебя без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прельщающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, и в веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, и если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и сделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня, смиренного и несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я у Бога несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь.
Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Надежда, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честного животворящего креста Господня, не оставь меня грешного, уповающего на Тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивные даруй, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диомида, Тихона, Антония, священная Ирия Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Владимира, Максима, диакона Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора и весь священнический, иноческий чин, и вышли истинных служителей Твоих, миссионеров, к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, если угодно Тебе, смири власти воинства их, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое Церкви Твоей, Владимира Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. Дабы знали они, что над ними Ты есть Царь царствующих и Господь господствующих, и сохрани их от покушения на них. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани их, нас от всякого зла. И сохрани селение наше и здесь от пожара, воров, нечистой силы и потопления. И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа, пришли добрые жители здесь, и сохрани школу, знающих Тебя, любящих уставы Твои. Аллилуйя! Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину, и расширь пределы наших общин, и новые души, побуди всех на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, чада их, Валентину, Алексея. Валентину, Надежду, Дмитрия, Олега, Алексея, Александра, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия, и с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины. Аллилуйя! Господи, воззри на врагов наших, не дай совершиться их злодейству, и закрой их лживые уста, и в судный день не помяни их безумие, да не погибнут они в сатанинской злобе. Аллилуйя! Благослови благодетели наши, воздаем добром Елену, Евгения, Наталью, Максима Владимира. Посети болящих, дай силу все перенести, пошли им исцеление. Сергея, Алексея, Александра, Анну, Марию, Валентину, Игоря, Василия, Калерию, Акелину, Тамару. И нас помилуй милости Твоей ради. Аллилуйя, Господи Боже наш. Благодарю Тебя за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо все свое время будет на пользу. Аллилуйя. Путешествующих Раису Льва, отступников Николая Михаила, найдите всех, и знаешь, Господи, не дай им погибнуть.
и погрязших в грехе пьянства избави. Да не похитит сатана души их Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Аллилуйя! И сохрани, Господи, это наше сокровище здесь, сайт и форма, и все, что есть для многих людей, и трудящихся Игоря, Василия, Сергия. Обрати, найди Тимофея, Мартина. Аллилуйя! Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Упокой, Господи, в обителях небесных, усопших отец и братья наших, и же с верой и надеждой на воскресение жизнь вечную, отошедшую от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы родителей, сродников, благодетелей и всех православных христиан, и сотворим вечную память, вечный покой. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя! Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках, благословение, благоволение, аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным, добрый мой ангел, благодарю Тебя, столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. И каждому даруй жилье, чтобы никому не завидовать и не роптать, и жилище дай Гавриилу и Сергею. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мир великийский, чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей. Молите Бога о нас. Да дарует Господь Дух пророческий церковь свою, дабы день прихода того нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Болящего Игоря помилуй, Господи, помилуй. Молите Бога о нас. Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы, престолу Божию предстоящие, аллилуйя! Святые апостолы, и Петр, и Павел,
евангелисты Матфея, Марк, Лука, Иоанн, да дарует Господь жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Космай Дамиан, Андрей Стратила, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста, Анфиму, Вениамину, да и веры, и устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысли еретиков развей, Господи. Аллилуйя! Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник, Июня, Киприан и Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание и молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя! И избави от непокорства Галину, семейство ее, Евгению, Надежду, Светлану, Марию, Раису, Ларин, Марину, Юлию, Елену, Людмилу, Галину и Анну. И прими нашу молитву, и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими, Господи, нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Господи, Владыка, говори, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия не дашь мне. Дужа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешного. Боже, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Боже, будь милостив ко мне грешному. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Милосердный и всемилостливый Господь и Бог наш, помилуй и пощади наследие Твое. Аллилуйя! Найди падших, оступившихся,
и освободи всех от злобомения. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь, прости, помилуй, исцели. Слава Тебе за Голгофскую жертву, за кровь Твою пролитую за каждого из нас, за любовь Твою безмерную. Аллилуйя! За Дух Святой, хвала Тебе, научающий и вразумляющий, даруй духовное рождение патриарха, епископам, священникам и пастырям, и водительство Духом Святым. Аллилуйя! Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия не дожми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Доброе утро всем, кто был здесь. Вы своих, пока есть возможность, а то, может, скоро у нас этой возможности не будет, родных приглашайте на молитву. Кто живет в других временных поясах, ну, после этого можете лечь, поспать еще. Ну, как-то выгадывает. Раньше ложиться, ну, время надо как-то приноравливать к молитве. Вот после этого сейчас мы будем озвучивать Новый Завет. Мы начитываем его с толкованием Блаженного Фафилакта и с комментариями. Считаем сейчас Евангелие от Иоанна. Это уже последняя книга. Так что, кто будет, мы отключим сейчас всех. Не отходите, кто хочет остаться. А потом снова подключим. Потому что Библия у нас давно уже начитана. Давно, в 80-м году еще. Вы можете найти ее. Зарядите в Гугле или где. Аудио, Библия. Ну, Игнатий Лапкин. И там найдете. Она по главам разбита, легко слушается, с неканоническими книгами. С неканоническими книгами, я не знаю, два, кажется, только варианта есть. Опять же, тут никакого принуждения нет, если кто желает. Это очень удобно. Едешь в машине, скачал себе там, где поставил, и едешь и слушаешь одновременно. Дома оставил, хозяйка возится на кухне, включила, слушает. А там аудио у нас все жития полностью на нашем сайте. Просто вот сейчас мы будем как раз готовить материал, который называется «События дня». Вот «События дня». На каждый день, что у нас происходило, как мы это рассматриваем. Вот «События дня». Сейчас я здесь открою. А пока выключить надо. Так, подойди сюда, выключаю я уже, молодец. Включи, там, иди там, за этим. Так.